Посреди пешеходной дорожки на улице Карла Маркса появилась яма. Накануне она попала в объектив фотоаппарата нашего оператора. О случившемся мы сообщили властям. Сегодня на месте побывали специалисты отдела благоустройства, а также представители горного института, которые должны составить акт о причинах образования провала. После этого будут приниматься решения о его ликвидации. Яму пока прикрыли, но горожанам стоит быть осторожными.